Телеканал КРТ представляє. От фамілія Ніщук цього персонажа, який 5 років керував Міністерством культури. Я не боюсь міністра культури, я боюсь його культури. До речі, а саме чим займався оцей маргінальний одіозний персонаж? Ну, він був дуже неудачним актером. Ну, коли вдруг він став міністром і на Майдані, його навіть... Он как-то иногда так пролетел и у меня в театре, но я на него глянула, ну типа, может поиграть здесь, но не было с моей стороны хорошей реакции, поэтому он больше не залетал. Правду говорю, я никогда не вру. А потом он засветился в Сузире на таких мелких постановках, ну естественно, которые ну, платные были. В него вбрасывали деньги. Ну и в театре Франка. Ну, пойдите, посмотрите. Ну, це дуже не цікаво. Ну, він не артист. А, до речі, щодо артиста, я розумію, що якщо людина займала таку позицію, вона, в принципі, апріорі, ну, дуже... Нічого для актерів не зробила. Так, цього не зробить. Нічого для... Але, фактично, а чим він займався? Просто пиляли гроші? Знаєте, що діяв? Ні, ну, от пам'ятники національної культури. Очень много було підписано ім или його замами, допустим, абсолютно ушла защита национальных памятников, ушла защита украинских пенсионеров. Совершенно был забыт дом пенсионеров, актеров, ушедших на пенсию. Ну, люди выживали. И сейчас вот очень много театров как бы и закрывается, при том, что Зеленский вроде актер и должен понимать, что бы и зарплаты нам повысить, и что актер... Он считает, что голодный актер лучше работает. Ну, может, а ваш театр, я так розумію, був першим театром, який став комерційним, правильно? Он и остается до сих пор единственным частным театром со своей базой. Обо мне шутили и говорили, когда... Еще был такой у нас, такие были послы, Чудальман, барон Германии, Анна Азари, Израиля, очень многие. Они очень любили ходить на мои постановки. Я играла Наполеоне, я играла ну, очень много спектаклей, Сару Бернар. И они даже у себя дома иногда делали такие вечера, где я играла вместе с ними. И они мне в свое время помогли отвоевать это здание, помогли взять и кредиты, и помогли и ремонтами. Особенно помог меценат, вот Сережа Тюбко, золото всей страны. Я благодарна этой семье. Мы очень редко встречаемся, но... Я всегда о нем помню, всегда я ему благодарна. Вот, так я к чему говорю, что люди другие занимаются искусством. Все, кто во власти, приходя во власть, забывают, что жизнь начинается с культуры, что жизнь начинается с искусства. Если у тебя будет ребенок образован, культурен, его будут уважать все, любить вокруг. Его не будут презирать, не будут говорить и ненавидеть. Он богатый, он дрянь, но он невоспитанный. А если еще и богатый, нормальный ребенок и человек, то им будут восторгаться. Очень мало сегодня депутатов, которые пришли во власть со знаниями, которые пришли с культурой, в основном все невежи, которыми хорошо манипулируют, которых, знаете, дергают за ниточки. І дуже так просто ими керувати. Да. Заплатив, проголосував. Да, і делают то, що нужно. Вони самі признаються, конверти. Любой толщины гуляет сегодня по парламенту. А еще я напоминаю, Зеленскому трудно что-то сделать. Почему? Потому что он сам неопытный. А от, якщо я не помиляюсь, в якому році театр «Браво» почав своє існування? Уже 30 років. В 91-му, правильно? Моя бездарність театру «Лесі Українки». Знаєте, то, що я попала з жінкою известного футболиста в театр «Лесі», і всі думали по блату. Ну, крутилась, вертелась и ушла, решила, сама ушла. Но когда убрали Петрова, я ему предложила постановку, у себя первая протянула руку, от которого я ушла. И мы делали, и Дзюба, такой украинский письменник, дуже добрая людина, честно, когда на Киевскую Петераль подали, именно подали мой спектакль на русском языке, отдал мне все призы.